Всем доброе утро. Мы уже тут собираемся во все. Что такое? Все упали? Ну поднимай, Мишек. Где тут? Где тут? Мы сегодня едем к моей маме на шашлыки. Поэтому собираемся. У нас резинка упала в 10 уже. Этот поезд. Поедем на поезде. Все, вас поставлю так вот. Вечером домой уже вернемся. Я планировала с ночевкой, но не хочу. Доедем до дома. Тут, в принципе, на поезде ехать 50 минут туда, 50 обратно. И тут две остановки до поезда. Что? До поезда. Поедем на поезде? Кто поедет на поезде? Я! Куда ты поедешь? Я! А куда ты поедешь? Мишка! Мишка? Мишка дома будет. Нет. Да. Нет. Мишка дома. Нет. Мишка. Не хочу Мишек тащить, они занимают очень много места. Так, я сейчас буду краситься. Чисто тональник, брови. Наверное, глаза не буду, не знаю. Потому что все равно, что мы там в деревню едем, там не город. Поэтому нет смысла краситься. Еще надо немножко дома пропылесосить, закинуть стирку, и тогда можно выезжать. Ты мне камеру заслоняешь, смотри. Ты тоже макияж будешь делать? Ну давай ты тоже накрасишься. На, будешь краситься? Это мои тени для бровей. Покупаю на Алиэкспрессе. Очень-очень мне нравится. Стоит где-то около евро и хватает на год примерно. Ой, штаны не надо. Ну, спасибо. Ладно, Даяночка, мне надо собраться. Сейчас тональный крем нанесу. И все, и сразу буду красивая. Сразу маскирует все прыщички мелкие, неровности. И тональный крем, кстати, тоже я беру на Алиэкспрессе. Мне он очень нравится. Я беру его вот в зимний период, потому что солярий сейчас посещать нельзя. Они у нас из-за этого карантина закрыты. Поэтому никак. Летом я тональным кремом в основном не пользуюсь. Потому что у меня кожа очень загорелая обычно. Я всегда очень легко загораю, быстро. И тональный крем обычно не нужен. А вот этот с Алиэкспресса, он очень мне нравится. Он такой, знаете, как крем. Вот такой BB-крем. Если найду ссылочку, оставлю в описании. Беру уже второй тюбик. Мне очень нравится, очень нравится. И да, я не боюсь брать с Алиэкспресса, не вижу разницы. И прыщи у меня, да, не от этого крема, потому что прыщи у меня начались уже, наверное, года 3 назад. Я еще тогда не мазала этим кремом и вообще тогда редко красилась. Так что вот так вот, я почти... Даяна, дай кисточку. Мы тут нашли в подарочном пакете под елочкой один киндер нераспечатанный. Сейчас будем открывать игрушку. Ей интересен только шоколад. О, машина! Смотрите сразу. Опа! Нет, это... Трактор? Нет. Ну вот что за игрушки? Совсем никакие. Вы смотрите. Ну что это такое? Люди! Что это такое? Простая машина. Давай будем собирать? Опять волосы. Только сделала хвостик, у нее уже опять волосы распутались все. Так, один кусочек мама съест, хотя я сегодня обещала садиться на ПП. Сейчас, подожди, мама кусочек только. Не, я дай.
О-о. Мама потом еще купит, на. Я куплю еще тебе потом. Да? Кто так расстроился? Пойдем сейчас Мосю мыть. Она тут красилась. Как взрослая. Покажи свои брови. Ты красила брови? Да, все, мама, да? Получилась вот такая машинка. Подожди, дай. Дай мне стульчик. Едет и крутится у нее. Это вертушка сзади. Уи! Ну, как тебе нравится? Да. Да. Ну, я не сомневалась. Машинки — это наше все. Все, мы уже собрались. Нам осталось одеть куртки, шапки, ботинки, и мы идем на выход. Поедем к бабе, да? Мы только-только-только домой. На часах 8:02. Сейчас буду Даяшку укладывать спать. Она не спала у меня сегодня днем опять. Но я ее даже не стала укладывать. Думаю, ладно, пускай побегает у бабушки. Так, где моя мартышка там? Даяночка, вот твой автобус. Иди сюда. Иди, а? Иди, отнеси ее в комнату. Пижамку переодевать. У нас с Миланой надо дележка. Никто не знает. Не можем договориться, кто Даяшку будет на руках брать, кто будет укладывать ее. Реально делим иногда. Она говорит, я хочу. Я говорю, я буду. Не знаю, правильно, неправильно так, но бывает иногда. Так, я сейчас приготовлю Даяшке пижамку. Да, я иди сюда. Милана сегодня будет готовить Даяшку ко сну. Ты будешь пить перед сном, Даяна? Вот не люблю это дело, но мы кушали шашлыки. Они были соленые, поэтому хочется очень-очень сильно пить. Милана! Даяночка, покажись, какая ты. Посмотри в зеркало. Смотри в зеркало на себя. Скажи, Милана, что ты делаешь? Ай. Она говорит, я зайчик. Ты зайчик? Какой ты милый зайчик. Нет, с бровей сними и повыше натяни, тогда будет лучше. Давай тебе тоже оденем, только мои штаны. Ты куда пошла?
слишком большие. Забирай свою Мишу. Пойдем, Даяночка, ложиться спать. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Быстренько, быстро, 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 быстро. Кто у нас здесь из подписчиков есть, кто носит сережки? Вчера Милана сняла свои лечебные сережки через 4 месяца. 5. И не может теперь в одно ухо вставить новую сережку. А в одно ухо вставила очень хорошо, быстро, легко, в другое ухо не может. Пыталась бабушка вставить, тоже не получается. Как будто, знаете, нету дырки. Она вставляет в начало уха, а с другой стороны оно просто не выходит. И пытались с этой стороны вставить сережку туда, тоже не всовывается. Как будто, знаете, вот нету дырки и все. Не знаю, я ничем ей помочь не могу. Я никогда в жизни не вставляла сережки. И я боюсь этого, я не знаю, что делать. Не знаю, и салоны, я так понимаю, сейчас тоже не работают. И не знаю, пока осталась у нее одна сережка со вчерашнего вечера, боимся, что та дырка, которая сейчас без сережки, заживет. Не знаю, в чем проблема, но я говорю, она вот изначально вставляет, и дальше сережка просто не проходит вот на другой стороне. Так что непонятно, вдруг кто-то из вас знает, в чем проблема, как решить это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я говорю, в салон вряд ли мы попадем, надо будет в понедельник узнавать. Может быть, где-то работает что-то, но я сомневаюсь, конечно. Все, пошла Даяшку укладывать спать. Уложила я Даяну спать. Сели с Миланой, будем сейчас грызть семечки и смотреть фильм. Так, питомец юрского периода. Про динозавриков. У кого дети возраста, как Милана, напишите, пожалуйста, какие вы фильмы, сериалы, комедии, любой жанр, в принципе, интересует, кроме мультиков. Но хотя можно и мультики поставить, но напишите, пожалуйста, вот именно на возраст 12 и плюс лет, чтобы не для малышей, чтобы можно было мне с ней вместе посмотреть. Так что будем с вами сегодня прощаться. У нас уже начинается фильм. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!